Алфавит от познаваки. Сегодня мы с тобой узнаем новую букву русского алфавита. Угадай, что это нарисовано на картинках? Улитки очень медленные. Утюгом гладят белье. Утки громко крякают. Удочкой ловят рыбу. Все эти слова начинаются на букву У. У – это 21-я буква русского алфавита. Прописная буква выглядит так. У. Строчная буква выглядит так. У. В новой серии мы узнаем следующую букву русского алфавита. А помнишь, про что была предыдущая серия? Давай посмотрим. Жми на картинку.